совсем ни при чем. Виноваты стаканы из напряженного стекла. Жалобы на их качество приходят в редакцию из разных городов. Эти стаканы взрываются во время использования их, и осколки стекла разлетаются в разные стороны. Стаканы разлетаются на мелкие части и взрываются не только при пользовании ими, но и при хранении, мытье, сушке и заполнении их горячими и холодными напитками. Стекольный завод! Погоди!